Вины своей не видит, считает, что защищался. Сидящий под домашним арестом камчатский пенсионер пырнул ножом своего гостя. По уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины уже вынесен приговор. Как установил суд, в октябре прошлого года подсудимый, находившийся под домашним арестом по другому уголовному делу, в ходе распития спиртного в компании с сожительницей и приятелем, начал оскорблять и унижать женщину. Потерпевший заступился и решил уйти. Собравшись, он подвергся нападению подсудимого, который нанес ему 2 удара кухонным ножом по телу. Пострадавший оказал активное сопротивление и обратился за медицинской помощью. Свою вину подсудимый не признал, пояснил, что конфликт начат не им, он защищался. Эта версия государственным обвинителем опровергнута совокупностью собранных по делу доказательств. Пенсионеру назначили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.